Привет всем бойцам Лазертага! Сегодняшний видеообзор посвящен самой популярной световой винтовке MR514. Лазервар выпускает две модификации – Терминатор, штурмовая, и Классик, снайперская винтовка. Отличие в конструкции оптической системы и, соответственно, дальности выстрела. MR514 производится с 2008 года, и за это время она не раз и не два модернизировалась. И сейчас мы имеем сбалансированную классическую лазертаг винтовку. Это надежный и прочный корпус со встроенной электроникой и аккумулятором. Вместо привычной кнопки здесь установлен антивандальный замок на включение. Перезарядка осуществляется черной кнопкой под левой рукой. Это очень удобно. Стандартный целик и мушка позволяют довольно комфортно вести огонь даже на больших расстояниях. Но при желании можно заменить целик на коллиматорный прицел, а снайперской модификации, соответственно, на снайперский. Тактико-технические характеристики MR514 таковы. Максимальная дальность штурмовой версии 300 метров, снайперской 350. Аккумуляторы на технологии литий плюс емкостью 2,2 ампер-часа. Автономная работа комплектов до 30 часов. Длина 77 сантиметров, масса 2,5 килограмма. Оптическую систему защищает полиамидный тубус с фирменной накаткой от компании LaserWar. А благодаря ИК-модулю с 8 светодиодами реализована подсветка в форме креста оранжевого цвета. Стандартный комплект поставки, световая винтовка и повязка с датчиками поражения. Мы рекомендуем этот тагер именно в прокат. За свою немалую историю MR514 проявила себя с самой лучшей стороны. До новых встреч!